Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов на 72 предмета от компании Mule. Это Эксперт E58072. Эксперт — это бытовая линейка инструмента, то есть бюджетная серия. Применяется в основном для домашних нужд дома, для ремонта, ну, техники, конечно же, или для обслуживания собственного автомобиля. Если вам нужен набор для автосервисов, предприятий, то есть набор надо брать более высокого класса. Данный набор пригодится только для домашнего применения. В наборе две трещотки, 1,2 дюйма и 1,4 дюйма, трещотки на 45 зубьев. Разборные, то есть можно обслужить внутри механизм, имеют быстрый сброс головки, реверс, право-влево переключение, рукоятка здесь пластиковая. Надпись на трещотках. Хром-ванадиевая сталь. Длина трещотки 250 мм, на 1,2 дюйма составляет 260 мм. Длина трещотки под 1,4 дюйма 150 мм. Также рукоятка пластиковая, реверс 45 зубьев. Три удлинителя. Под 1,2 дюйма у нас два удлинителя 125 и 250 мм. На 1,4 один удлинитель 75 мм. Удлинитель 250 мм также применяется здесь как Т-образный вороток. Надеваем переходник и получаем вороток для того, чтобы срывать гайки или дотягивать их. Кардан. 1,2 дюйма под 1,4, здесь кардана нет, только один для труднодоступных мест. Еще не сказал, этот переходник, который мы применяем вот как Т-образный вороток, также вы можете применять для перехода с 3/8 на 1/2. То есть это еще применяется как переходник, если у вас есть трещотка или вороток под 3/8. То есть применяйте головки из набора. Далее, битодержатель. Он применяется с отверткой, отверточная рукоятка. Вот, одеваете и вставляете нужную биту. Получаем отвертку. По битам, здесь общее количество бит в наборе 33 штуки. Они идут в таких вот резиновых боксах. То есть вынимаются из набора, можете применять их шуруповертом. Отверточная рукоятка имеет длину 150 мм. Ручка здесь пластиковая, также есть присоединительный квадрат, можно подсоединить трещотку. Так, этот переходник можно также использовать с трещоткой напрямую. Вот, ставили биту, или даже удлинитель подсоединили, то есть вариантов достаточно, в зависимости от работы, которую вы проводите. Есть свечная головка на 21 мм. Внутри резиновая вставка идет, чтобы свеча не выпадала. Теперь по головкам. В наборе шестигранный профиль. Головки под 1,4 дюйма, общее количество 10 штук. Самая маленькая у нас 4 мм. Кстати, они здесь все подписаны в ящике. И самая большая 13 мм головка. Под 1,2 дюйма 16 головок, самая маленькая 10 мм, также подписаны по ячейкам, где лежат, и самая большая 27 мм. Головки на 32 в наборе данном нет. Надпись на головках хром ванадий и 27 мм. И набор V-образных ключей. По комплектации данного набора все рассказал. Что еще? По тому, как выглядит сам инструмент в наборе. Потому что это бюджетная линейка. Но здесь, осматривая каждую единицу инструмента, мы не обнаружили ни сколов, ни каких-то следов от литья, даже на рукоятках, что обычно вот на пластике их оставляют. Здесь все хорошо подогнано. В принципе, для такой линейки, как бюджетная, и для такой цены этот набор как бы выглядит на все 100. И есть даже положительные отзывы людей, которые покупали у нас.
У верхней крышки здесь ничего нет. И имеется вот такая вот прокладка, чтобы инструмент, когда вы закрываете, переносите, чтобы он не высыпался внутри. Кейс здесь простенький. Вот такие вот защелки запирания. По габаритам кейса вес набора 4,6 кг. Ширина кейса 37, длина 26, высота 7,5 см. Кому нужен недорогой набор для обслуживания личного автомобиля, присмотритесь к линейке Miul Expert. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если кому видео помогло в выборе. До свидания.